Всем привет, друзья, с вами как всегда Драйвер51Рус. Сегодня, значит, будет у нас небольшой обзорчик по газонам, по паку газонов. Так, сейчас секунду, отрублю все там. Майл, ой, бляха, мозг не работает опять. Так, скрин убран, все, продолжим. Так, этого друга мы убираем. Убираем этого друга. Значит, по паку газонов по 52-му, по 53-му. Значит, давайте начнем с 52-го. Там попозже скажу по поводу розыгрыша Игоря Спинтайрес. Там уже народу уже вот-вот набралось практически. Буквально на днях будет розыгрыш игры лицензии Спинтайрес в группе, значит. Так, ну давайте по газонам. Естественно, будет свой звук присутствовать. Будет присутствовать синхронизация света. Так, по аддонам. В принципе, все аддоны, ребята, взаимозаменяемые будут. То есть на всех машинах они будут стоять практически. Так. Будет, ребята, вот такой экран без анимации. 2 очка гаража, 300 ремонта, 20 литров. Так, баллон надо заблокировать, будет упираться тут в опору крана. Или бог с ним оставить, я не знаю. Ну-ка. Да и пусть будет, как будто так и надо. Думаю, не критично. Хотя нет, наверное, уберу все-таки. Будет на 53-м на голову с голубой кабиной. Вот там баллон на постоянку стоит, там он будет упираться. А эти, значит, которые ставятся аддоном, я уберу. Заблокируем. Так. По колесам, значит, будет на всех одни и те же колеса. То есть тоже взаимозаменяемые. Сейчас как тут раскорячится, подождите. Так. Баллон. Иди в сад. Так. Так. Значит, колеса на 52-х будут дефолтные такие. Потом будут вот такие колесики. Ну, на всех они, как бы, смотрите сами. Потом с аркой задние. Шоссеечки такие, ну и такие диски разные, тут немножко резина вроде разная, как бы, то есть на выбор выберите какие. Переназывать я их тут не буду, уже как написано, так написано. Оформу так оформу. Так, мигалку, на мигалку пропишем ремонт. Так, значит, кран убрали, баллон посмотрели, будет борт на всех. Борт нам что дает? 50 ремонта. Видите, сзади такие как ящички, типа с инструментом. То есть, как бы, аналогично было прописать хотя бы полташечку ремонта. Значит, будет груз. 3 очка гаража, ребята. 600 ремонта, 400 литров, 2 бочки, значит, по 200 получается. Все это при загрузке. Анимация брызговичков тут сзади. Анимация, ребята, руля. Водила присутствует в этом газоне 52-м. Значит, заезжаем на заправку. Заправляемся. Подсаживается борт, видите. Слеган сушечки подсаживается, 400 литров, нормально, в принципе. Также у нас тут присутствует топливное, давайте с ними скидываем этот борт. Так, топливное, так, ставим это, цистерну. Значит, тоже все подсаживается, ребята, не сильно, потому что подвесочка мягенькая, чтобы через арки не проходила. Через брызговики, ладно, скидываем.
Дальше борт, будки, значит, вот такие будки. Ну, на всех будут опять же присутствовать, ребята, туманочки такие красивенькие. Оп, видите, все работает, все светится, синхрон будет присутствовать. На машине еще не прописан синхрон, там на некоторых прописано, покажу сейчас. Значит, так, вот такая будет будка у нас. Давайте отъедем с этой заправки. Такая будка будет. Там, где она есть-то, блин, этих поддонов тут миллион. Такая будка, так. Такие ремонтные части, два гаража, как бы тут вариантов миллион. Такой кунг будет, ребята, тоже. Все, тут задний ход горит. Давайте уберу. Задний ход включается. Синхронизация. Видите, фонарики вырубаются. Так. Так, кунг скидываем. Что-то я где-то протабанил, что-то еще должно быть. А тут еще не прописано, еще два кунга, ребята. Значит, молоковоз тоже заправляется. Ну-ка, давайте проверим, как садится. Тоже заблудился в этих аддонах. Да, блин, назад, стой. Так, все, да, просаживай, все отлично. То есть молоковоз мы можем заправить солярку. Так, туманки. Так, дефолт. А, ЗИЛ. Дефолтный аддон, значит, стоит. Кузов этот, ремонтные части, да? Одно очко гаража. Так, эти прицепы, я, наверное, не знаю. Как-то они какие-то здоровые для него, по-моему. Да, это, наверное, дефолт. Ребята, я уберу дефолтные прицепы. Наверное. Посмотрим, короче. Так. Такой еще прицепчик присутствует. Ну, это дефолтный от Шишиги. Но я, видите, колесики поменял тут ему. Запасочку поменял, подогнал. Все вроде. Все вроде прикольно смотрится. То есть можно нормально такого зарядить. Зарядить. Где поставить кунг. Или даже не кунг, а борт тент. И все, и погнали такие. Ух. А еще он там заправляться просит. На, получи. Так, ладно, бог с ним, с этим прицепом. Давайте по бортам пробежимся. Так, тент, будки вроде показал, но не все еще будки. Так, давайте по бортам. Блин, прицеп отцепить надо, где он? Пум-пурум. Вот он. По бортам сейчас, давайте по грузам сейчас пробежимся. Так, все, есть. Грузим. Вот такие дрова будут возить у нас борт. Значит, скидываем его. Все скидывается, ребята, загружается. О, полено упало не так. Сейчас. Ага. Ну, вообще, в принципе, я, знаете, что делал? Я просто ехал, полено потом в итоге в кузов, с кузов обратно сваливалось. И всё, один фиг он грузился. То есть можно его и манипулятором загрузить, то есть все грузится, ребята. Так. Убираем этот борт. Борт убираем. На всех машинах, значит, будут присутствовать данные кузова. Грузим такой борт. У нас еще присутствует. Это, ребята, вон пиндосы там скидываем. Это, ребята, тут присутствуют две модельки покемона Евгения. Значит, в принципе, все офигенно, короче, там у него сделано. Я тут все подогнал, подперенастроил немножечко машинки по подвеске, поиграл там, моторы переделал слегка. Так, ну,
как бы половина, в принципе, аддонов и два автомобиля это покемона. То есть я взял эти моды. Так. Так что, Женя, спасибо. Моды офигенные. Молодец. И на одном из газонов будет отсутствовать водитель. А на трех будет присутствовать. Значит, тут все тоже так же, ребята, скидывается, также загружается. Все это возится, значит, так. Ну, еще, естественно, вот это покемона кран еще. Этот кран с анимацией, ребята. Значит, тут можно уже посидеть, поковырять тут. Ну, он слабенький, конечно. Можно тут попробовать. То есть, поднимается. Шестерка. Пятерка. Все тут ездит, тут крутится, вертится, семерка, это уже трос идет. Мил. Вот. То есть все тут, ребята, можно что-нибудь кого-нибудь прицепить. Ну, такой слабенький кранчик, скажем. Значит, это с анимацией тоже гараж, он там 2 очка и 500 ремонта, потому что ремонт прописал, потому что тут стоит опять же не. Это в Максе все делается, и воркшоповский файл, то есть мне тут ничего не сделать. А от Маза стоит запаска, и он постоянно, когда проседает жопа, кран тяжелый, и стукает, ловит урон. Поэтому пятихатку сюда прописал, чтобы как бы можно было починиться, если что, на всякий случай. Если есть потихоньку, аккуратно, все прикольно. Так, значит, эти два кузова посмотрели. Будет такая тележка, к ней опять же такой прицеп. Значит, все, естественно, тоже загружается, ребята. Прицеп сюда же. Все, ребята, скидывается. Все снова заново загружается. То есть, все тут можно возить даже с прицепами. Значит, все, видите, все отлично. Так, скидываем их. Так, прицеп, до свидания. Угу. Где, блин, потерялся я. Где я был? Что я делал? Так, блин. О, господи. Так, да, как-то все слетел. Так, ой. Ну, естественно, ребята, под вот эти прицепы, то есть под вот эти борта, то есть вы можете, опять же, поставить прицеп. Также присутствует, это, не помню, чей мод. Прицеп. Гараж вот такой, значит, тоже... Все прикольно смотрится, колесики, то есть можете под колесики там подстроиться, где они там, под какие, под, чтобы все было адекватно, красиво. Значит, так можете грузить прицеп, опять же борт не показал сразу, надо вам сразу было показать. То есть все скидывается, также загружается, ребята, все скинуть можно, все загрузить. Вилка тут, видите, анимашка ей болтается. То есть все, все есть, короче, да. Так, скидываем мы прицеп. Скидываем прицеп, прицеп, прицеп. И борт. Борт, где он? Борт, до свидания, борт. Значит. Ремонтные части, как бы под ремонтные части можете прицеп цен взять, например, такой, да? Опять же, можете взять, например, не под это, под что вам понравится. То есть можете под будку взять там, то есть. Такая будет будочка такая с холодильничком. Холодильничек такой. То есть сейчас тут еще я уже практически почти добил там все. Вроде бы. То есть как понравится, короче, как хотите, так и поедете. Так, значит, прицеп тоже скидываем, где он есть там. Потерялась я. Так, вот прицепы, да, прицепы, цистерны. Так, топливо смотрели, груз это для борта с тентом, это смотрели. Ага, вот еще есть такой у нас, ребята, аддончик, то есть тоже все, это тоже, по-моему, покемона Женькина. Значит, тут тоже у нас грузится 4 очка, да, все это скидывается у нас.
Бум. Все загружается. Опять же скидывается. И опять же загружается. Значит, так. Так. Что это было у нас? Оно, да. Так, молока вот мы смотрели. Прицепы смотрели. Прицепы. Это что у нас? А, вот еще. Скраб 150 ремонта. Ящики на крышу. Надо снять мигалку. То есть, потому что стоит мигалка. Можем бахать скраба. Так, можем поставить, например, еще. Возит груз у нас вот такая ерунда. Ой. Прицепы. Тут не только, по-моему, груз, они еще и гаражные части возят. Тут что-то трейлер. Вот он. Значит, вот этот трейлер возит у нас бревна. А, вот он. Вот. 4 очка. Также, ребята, все скидывается, ребята. Все загружается. Только что этот бахает вот так сильно. У меня было ощущение, что он отлетит прицепом. Но ничего, вообще без проблем. То есть все работает. Так. Все работает, все идет. Так, это мы скидываем. И еще у нас 4 гаража. О, сразу можно, ребята, гараж притащить. Гараж, 1000 ремонта, 600 литров. Вот, вот такой у нас. Арки валяются, подарки, ребята, можно взять. Поставить арочки такие же тоже. О, то есть бочки, все там как положено. 3600 литров. Те, которые стоят, короче, те с соляркой, те, которые валяются, уже пустые. Также тут присутствует. Лапа выдвигается, опора. Где? Блин, не то включил. Троечка. То есть все. Можно его спокойно отцепить и поехать там по делам по своим. Хоп, и погнали. И будет он у вас вот так стоять, короче. Так, прицепить. Все, и скидываем его. То есть тоже есть. Но это дефолт. Так, а ты трактор. Трактор. Где ты трактор у нас? Где-то тут. Блин, аж уже в головах все скачет. Вот он. Убираем его. Зиловский, значит, у нас борт тоже дефолтный. Также грузится дрова. Можно так гнать. С дефолтным зиловским бортом. Скинуть можно. Можно загрузить. Любой прицеп прицепить там. Как понравится, короче. Так. Хотите с этим зиловским едьте, например, там и прицепите трейлер, да? Ну тут небольшой косячок в борт идет. Ну, я думаю, тут есть, конечно, недочеты, как бы. Смотрите сами там. Кому нравится, тот скачайте, будет ездить. Я лично катаюсь, не обращаю на это внимания. То есть все нормально. Так. Ну и по машинам давайте, значит, поставим. Давайте уедем в сторону на нем. Где? Что нажать-то? По машинам, значит, ребята, вот будет у нас газ пи... Ой, блин, не то нажал. Добавлен вот от покемона газон 52-й с передним мостом. Полный привод будет 4x4. Так, еще я, ребята, там не показал аддончики, значит, будут также на него все ставится, что и на этот газон, то есть полностью, вот видите, то есть кран этот ставится, все. Тут тоже небольшой недочетик, видите, морда у него длиннее, то есть там вроде как на крюки зацепляется, а здесь немножко заходит, ну, с другой стороны по барабану, лично мне по барабану. То есть все это так смотрится тоже, в принципе, хорошо. Я не знаю, мне газоны нравятся. Так, вот будете, если задавать вопросы, как бы, видите, эта модель, она воркшоповская тоже. Стекла на фарах тут присутствуют. Значит, кому, как показать-то, блин. Просто они очень-очень. Вот кому видно, вот они. Видите, стеклышки стоят. То есть вот оно от лобового стекла, тут стоит просто стекло. То есть тут
фары, видите, как будто они без стекол. Тут стекла такие стоят, а здесь надо было вот такие стекла натянуть. Ну, видите, как бы, не судьба, значит. Будем ездить с такими фарами. Хотя, вот видите, вот они, стекла, вот они идут. Само стекло стоит, но оно слишком прозрачное. А текстура на это стекло и на фаровское стекло, она идет одинаково. Если бы была бы разная, можно было бы что-то перетянуть, что-нибудь другое поставить. Ладно, не суть. Значит, еще, ребята, на этих машинах, на всех, помимо вот то, что я показал, еще будет вот этот кунг. Что такой? От вот этого, от вот этого газона, да? То есть он идет полный привод, ребята. То есть впереди мост у него, видите? Так что, вот он мост. Полный привод. Те три газона будут задний привод, также вид с кабины. Анимации тут нету, только моргулечки. Вот. Значит, вот так вот у нас получается, так вид. Значит, вот такой у нас будет борт. Борт там вообще проекционный, это 66-го газона. То есть тут, видите, даже стол, все тут у него как положено есть тут. Обалденно, короче. Так. Дальше и будет еще вот такой кунг вариант. Кунга 2. Вот этот с брызговичками. Брызговички тут у него болтаются. Вот эти передние, задние. Все тут, короче, у него все. Все работает. Так. Также тут противотуманки на него ставятся. То есть маячок ставится. Скраб этот на крышу. Туманочки. Все есть, да? Так, дальше давайте еще посмотрим. Еще газончик 52. А, вот и два газона еще будет 53-х. То есть вот этот будет. Кофе с молоком такая. Здесь, значит, это покемона машина. Женькина, значит, тут у нее стоят уже как бы более. У него все баллоны вот эти, все поснято и установлено аддонами. То есть у него стоит ГБО, видите, баллон ставится. 100 литров добавляет. Ну, также эти краны все на него идут. Краны, тут уже кунг, я уже на него прописал. Один кунг, второй кунг. ГБОшку мы поставили, да. Это что такое? А, это две запаски, ребята, тут ставятся под на выбор, как бы такой, такое. Так, борт тент. Это вот который мы смотрели с грузом, да. Просто борт, все это ставится. Будка также ставится. Ставится. Эти все борта грузятся, разгружаются. Так, кран еще вот этот тяжеленький. Это все тоже с по прицепам, с адекватным таким прицепом, идентичным, значит. Топливо со значком впереди, значит. Скидываем. Такой. Это, ребята, все трейлер. То есть все один в один, тут все у них идет одинаково. Так, где что поставил-то, блин, не вижу из этой вывески. Так, также ставится это все. Тут, ребята, отсутствует водитель и отсутствует анимация руля в этом газоне. Также прицепы эти все идут как положено. Все у них цепляется. Даже давайте прицепим, поставим, пусть он стоит так с этим. Пум-пум. А, трактор я вот на него, да? Трактор, да. Ну, можно такой поставить. Также туманки я уже сюда прилепил. Ну, вот у него, кстати, ребята, уже вот заглушу сейчас, да. Так, это выключу.
Вот он, видите, стоит уже, подфарнички горят у него. Свет сзади горит, на прицепе свет горит. Вот тут уже синхронизация уже сделана. То есть ночью будете вот так друг друга в мультиплеере видеть. Во. То есть свет. Можно дальним помигать. То есть вот оно. Вот так вот все с подсветочкой будет работать. Включаем, чик, все вырубается, видите. Против туманки заводишь машину, тоже загораются. То есть вот такой вариант будет света синхрона, то есть. Ну, днем габариты будете видеть сразу все, то есть как бы вот так вот, как они стоят, с кем будете играть, так и будет. Так, в кабине, ребята, руль чуть-чуть немножечко вот так шевелится. Анимация брелка, анимация стрелок идет. Подсветочка, мишка этот болтается. Ну тут вид прямо от первого лица будет. То есть за рулем вот так вот. Даже хотите, давайте проедем. Сейчас заведемся. Так. Ну все, видите, мишка болтается, ключи болтаются, ребята. Стрелки на баке, видите? Стрелка спидометра, значит, масло. Все тут шеволькается, ребята. Это для любителей, кто от первого лица гоняет. Ну, анимация карданов на них на всех есть. Так, и еще один газон остался. Синенький этот наш, да. Анимации брызговиков, ребята, нету. В Максе я не рублю, поэтому есть что как есть, короче. То есть вот такой вариант автомобиля. Также тут у него все аддоны ставятся. Ой, блин, уже не понимаю, что врубаю просто. Время, как обычно, 4:30 у нас утра. Я вообще сижу тут колбашу, короче. Так. Ну, также эти все скрабы, трактора, все эти трейлеры, туманки. То есть все присутствует. Молоковозы эти. Кунги. Прицепы все, все прицепы все ставится, короче. Колеса можно выбрать вот какие хотите. Можно прям поставить этому прицепчику, поставить. Тут, значит, ребята, присутствует у нас анимация руля. Но все эти брелки. Водила сидит, брелки. Мишка тут не болтается, короче. Также присутствует тут уже тоже синхронизация света. Можно вот сейчас включить ночь. Где стрелка-то? Ночь включаем, уже все тут светится у него. Все работает, днем вырубается, ночью включается. Так что как-то так вот, что-то вот такое, ребята, получается. Времени тоже особо нет сильно возиться с этим делом совсем, поэтому, блин, приходится по возможности тут ковыряться, как, ой. Блин, уже не понимаю, что нажать надо. То есть вот такой получается, ребята, обзорчик небольшой. Основной обзорчик, я думаю, когда все будет готово, значит, мы с ребятами прокатимся в мультиплеере. В принципе, больших косяков там нигде нету. Все вроде отлично ставится, ничего не коряво, все вроде отображается. Прокатимся с ребятами, запишем обзор, и потом все это будет, ребята, наверное, выложено. Тоже вот-вот-вот-вот, буквально, ну, может, еще неделька, может, меньше, может, чуть больше. Короче, как-то так. Так что, ребята, всем спасибо за просмотры.
Еще раз повторюсь, в группе будет розыгрыш лицензии Спинтайрес. Вот уже 993 человека, по-моему, сейчас в группе. То есть 1000 вот сейчас будет. И, ребята, будем смотреть, короче. Обязательные требования. Подписка на мой канал, подписка в группу. Игра будет разыгрываться для тех, у кого нет лицензии, потому что лицензия будет дариться от меня через Steam. То есть у кого уже стоит лицух на Steam, значит, я не смогу вам подарить этот подарок, поэтому, еще раз повторяюсь, розыгрыш для тех, у кого нет этой игры лицензионной. То есть вот. Разыгрываться это будет, посмотрим, ребята, по рандомайзеру, наверное, в группе. Посмотрим, кто активный участник, скажем так, репостов, лайков, вообще участник группы, кто мониторит все это дело, кто подписан в группе у меня и на канале, естественно, в моих других группах, например, скажем так, ну, это в других группах не сильно обязательно, но ссылочки на них есть. Все ссылочки, ребята, кто хочет какие-то мои доработки скачать, смотрите в группе в разделе товаров. Также под некоторыми видео там есть ссылки. Заходите, скачивайте ссылки рабочие, все, пожалуйста. Также все программки, которые там для записи видео, кто открывает канал, для партнерской программы можете по ней проходить, у кого уже набралось определенное количество подписчиков, чтобы подключить партнерку и уже монетизировать, получать деньги со своего видео. То есть, ребята, программы для записи Бандикам и Экшн, пожалуйста, тоже там все есть. Photoshop, ребята, есть 3D Max 10, как устанавливать, там ссылки на видео, все ищите, все смотрите, все присутствует. Вот, так что я опять еще раз повторюсь, всем, ребят, спасибо, скоро по газонам будем готов, прокатим, я все выложу, ну, то есть ждите, мониторьте, розыгрыш буквально вот завтра, послезавтра, наверное, будет точно. Так что все, кто в основном не смотрит видео до конца, я многие вещи говорю там в конце видео, в середине видео, так что потом не обессудьте, я в группе уже просто, у меня нету времени писать эти все репосты, что будет розыгрыш, не будет. Кто смотрит видео, тот в курсе, значит, поэтому тут активнее пользуется моментом, как бы ставит лайки, там репостит и все остальное делает, а потом, когда приходит время, скажем, розыгрыша, да, и происходит розыгрыш, потом не удивляйтесь, что вы ничего не выиграли, потому что это как бы ваш косяк, ну, вы не смотрели, нет желания, значит, не смотрите, никто вас не заставляет. Ну, опять же, кто хочет игру, кому нравятся мои доработки там, мои видосы там и так далее, те в курсе событий, и поэтому у них больше шансов победить. Поэтому, ребята, смотрите видосы до конца, кому интересно, и, естественно, кто смотрит до конца, тот, наверное, и станет наиболее удачливым в розыгрыше игры лицензии Спинтайрес. Так что, ребята, всем спасибо за просмотры. С вами был Драйвер51Рус. Всем пока. Скоро розыгрыш игры. Скоро выйдет по газону. Всех уже декабрь месяц, наступающим уже почти Новым годом. Скоро уже вот-вот. Так что, всем удачки. С вами был Драйвер51Рус. Пока.